Всем привет, дорогие друзья, с вами Залил, и сегодня мы с вами посмотрим на новую карту в Альфе 2. Да, ребят, которая, между прочим, носит название как Сосед 3, то есть, возможно, это наработка для третьей Альфы. Вот, давайте введем Open. Я, в принципе, уже на стриме это делал, все, конечно, удивились, что это за карта, но давайте посмотрим тщательней. Так, все, мы включили эту карту, вот, и, как вы видите, уже намного страшнее. Мы вообще не понимаем, что это за дом, что это вообще такое происходит, но это действительно дом соседа, блядь! Прошу прощения, ребят, он сейчас хватит... Ах! Действительно страшно, я вот так вам скажу. Все скрипит, вот этот вот скрипучий ужасный пол добавляет, конечно, изюминку. И видим эту злосчастную дверь, куда нам надо идти. Пока я вообще ничего не вижу, никаких соседов. Что он там делает? Я вижу вроде молоко, фонарь. Да, давайте фонарик возьмем. Так, все, у нас есть фонарь. Слава тебе, яйцам. Можем рассмотреть вот этот весь домик. А, блядь! Как же страшно! Но у нас остался фонарь. Хоть, знаете, какие-то радостные уже новости. Да, сосед здесь действительно просто ненормальный. Очень-очень быстрый. Что? Как он меня уже заметил? Капец какой-то. Я, ребят, наверное, пропишу одну команду, ГОСТ называется, вот. Потому что он просто нам не дает рассмотреть все это. Посмотрите, посмотрите, какие здесь глубокие коридоры. Твою мать. Такое чувство, прям, как будто вот здесь сосед прям вылезет. Я реально какой-то хоррор, ребят, играю. Это просто капец, смотрите. Здесь нет конца. Ужас, ужас. Еще музыка такая. Так, там какой-то выход наружу, можем заметить. Тут что это вообще такое? Свет падает. А, ну вот от этой. Так, есть фейерверки. Фейерверки вроде как соседа нервируют. Ужасно. Так, и вот мы с вами пришли в какую-то область вообще непонятную. Ну тут есть газонокосилка и ружье. Ну... Да, оно нам, может, поможет. Так, отлично. Газонокосилка работает, кстати, смотрите. То есть, как бы... Блин, как же мне не хочется туда спускаться, твою мать. Да. Возможно, этой карты и не будет, ребят, вот. Но есть такие подозрения, что еще как будет. Она очень-очень капец как криповая. Ходить вот так вот. А, блядь! Вот сейчас представьте, представьте, вы такие выбегаете. Вот из угла. Представляете, да? А, блядь! Это пиздец. Простите, что ору. Наверное, вам это, конечно, не нравится, что я ору. Как резаная, блин, собака. Но это капец страшно. Он, скорее всего, кстати, там. Посмотрите, вот посмотрите на это. Ну ладно, плевать на этого соседа, что он тут заскриптован. Посмотрите на эту лестницу, она вся в крови. Мы можем только догадываться, что здесь творилось. Возможно, били ею. Возможно, не знаю, там месячные вдруг жена соседа такая поднималась, пук-пук-пук и... Ну, вы поняли, неожиданно, просто неожиданно. Либо он забил насмерть ребенка этой штукой, а может, ребенок забил. Я еще точно не могу ничего сказать. Вот такой вот сосед. Кстати, мы можем, по сути, на него забраться. Так, сейчас как-нибудь, знаете, вот так вот будем банихопить, блин. Да, да блин. Грязный сосед. Ладно, не будем париться. Ребят, давайте пропишем команду ГОСТ. То есть мы, с помощью этой команды мы можем летать. Если кто не знал. Все вообще теорию говорят насчет... Вот, да, тут зеленые глаза. Что есть второй вроде как сосед.
с голубыми глазами. Но я уже везде посмотрел, нету, нигде. Но почему-то у разработчиков вот на одном скриншоте он есть. Так, тут закрыта дверь. Мы можем, конечно, посмотреть, что там. Да, он, видите, подпернут как бы стулом. Ну, конечно, криво все это стоит. Тут вообще непонятно что. Потому что столик чайный и холодильничек. Его можно открывать, смотрите, он нормальный. Так, тут диван, половина дивана тут что-то делает внутри. Ну, в общем, вы поняли. Вообще, можем осмотреть вот такой вот дом. Посмотрите. Смотрите, какой он громадный. Это просто капец. Да, вот такой вот домик. Можем заметить, что там капкан стоит. То есть его там не было раньше. Сосед его специально туда поставил. Так, кухонка у соседа. Ой-ой-ой-ой. Давайте немного взлетим, чтобы соседа как бы не напрягать. Не, ну вообще... Я люблю как бы пощекотать тебе нервы. Вы это уже знаете, ребят. Есть рукомойник, который не работает. Ну, тут, по-моему, все не работает. Да, ничего нельзя взять. Пока все это заскриптовано. Тут вообще, видите, столик почему-то вниз продавлен. Тут ножка сломана. Вот. Что-то не очень понятно все это. Вот такая кухня у нас. Посмотрим, что у нас тут есть. У нас есть еще, вот смотрите, что за фигня. Отмычка. То есть, помощью отмычки мы, наверное, можем... А, нет, тут, видите, нужна ключ-карта. Так, хорошо. Ну да, открывается все. Есть капкан. Вот серьезно, что за херня? Какого хрена здесь капкан? Соседушка. Твою мать! Вы серьезно? Все, он... А, нет, ничего, он не встал, блин. Генератор есть. Генератор не работает. У нас есть, в принципе, ружье. Я зря парюсь. Вообще, можем его обстрелять нахрен. Повыбивать те стекла, ублюдок. Идет, бежит за нами просто. Засранец. Так-то, смотрите, если вот так вот бегать, в принципе, он нас не догонит. Ну-ка, или догонит. Давайте на перегонки с соседом. Смотрите, это как бы... Даже уже не криповая игра, а веселая домашняя игрушка. На перегонки? Ура, ребята! Кто, сосед или я? Ну ладно, давайте подставим жопу свою. Конечно, он это любит. Не главный герой, а именно имеется в виду сосед, чтобы мы ему жопу подставляли постоянно. Смотрите, здесь есть красный замочек. То есть надо найти, по сути, этот ключик. Но я могу отмычкой, в принципе. Нет, не могу? Нет, не могу, видимо. В общем, сначала найдем ключик. Я, в принципе, знаю, где он. То есть пока не будем туда идти. И сюда пока не будем. Он сосед. Смотрите, он типа гуляет нормально. Ну, он заметил. Блин. Интересно, кстати, что он тут делает? То есть он... Погодите, он... Он выламывает дверь? Офигеть. Я удивлен. Я удивлен, серьезно, что он выломал дверь. Мы ни хрена не можем, а он может. Вот такая вот комнатка. Но мы можем под потолок залететь, так что нормально все будет. Тут тоже, опять же, табуреточкой все прикрыто. Это уже второй этаж, погодите. Опережать события. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Так-то, конечно, вообще крипово. Так, что это такое? А, это пулька наша. Вот. Это вообще, я не знаю. Мы можем прятаться в шкафу? Вот здесь, вот на потолке? Ну, если только вот на втором этаже. А, ну тут он, видите, немножечко. Тут есть ключ. То есть можем его взять. Что это за ключ, я пока не знаю. Есть вот какая-то вот такая вот штуковина, типа, знаете, двери. Что это? А, это шкаф. Тут тоже он подпернут, но тут только шкафом уже, видимо, вообще не открыть. А нет? Ну, пока наработки, ребят. И вот такой вот генератор. Естественно, все не работает пока что. Так, что еще посмотрим мы с вами?
сортир есть. Ой, где-то тут. Он что, какал, что ли? Ой, сосед, прости. Да, он, видимо, принимал ванну, офигеть. Так, ой. Ну, он схватил меня, потому что там была лестница. Лестница, лестница, чудесница. Так, вот такая вот лестница. Вообще непонятно, куда она ведет. То есть, видите, тут есть двери всякие. Блин, давайте нормально буду ходить, а то вот реально напрягает вот эта команда. И если честно, я вам скажу так, ребят, что нахер вообще разработчики добавили эту команду? Потому что с помощью этой команды все летсплейщики, то есть американские, там, блин, русские, все уже все пропалили. То есть, видите, это как бы... Это очень плохо, я вот так вам скажу, ребят. Это вообще капец, бред. Лучше бы не добавляли, вот серьезно. Лучше бы они как во второй, ой, в первой альфе летали бы на предметах там. Вот пусть, прошу. Но реально вот самого напрягает, но хоть и даже напрягает, хочется. Капец как хочется, ребят. Тут написано, что там? А, спрятайся здесь. Там написана такая указательная стрелка. Сейчас мы все это посмотрим. Смотрите, опять обратно добавили эту штуку. Только нет вентилятора. Ой, ну этой штуки. Вентилятора. Говорю. Так, ну там коробочки. Так, мы так-то... Ну мы можем вот так вот, в принципе, добраться. Видите, ящичек. Ничего такого нету. Только, видите, провод какой-то идет. Сейчас. Ну тут да, ГОСТ, конечно, ГОСТ. Что еще-то? Спрячься здесь. И тут, смотрите, так... Фига себе, спрячься здесь. И там капкан такой. Ах, сосед, сосед. Также у нас, смотрите, есть... Смотрите, у нас есть камера. Ее никак нельзя подобрать? Ну-ка, может, у меня... А, у меня много вещей. Ну-ка, давайте выкинем пилочку. Смотрите, я подобрал камеру. Прикольно. С помощью этой камеры... Да, ничего нельзя с помощью нее делать. Так, тут, видите... Ага, ломик. Здорово. Капканчик. Есть телефон. Да, к сожалению, по нему позвонить нельзя. Также баскетбольный мяч. Капкан, давайте заберем капкан, наверное. В общем, о, давайте ломик заберем. Это по-любому. Так, пишем ГОСТ. Мы так и не нашли, в принципе, с вами эту карту. Непонятно, где она вообще. Но дом здесь действительно просто огромный. То есть можно, не знаю, часами здесь ходить. Ну нет, не часами, конечно, это я преувеличиваю. Но минут 30 точно. То есть, если без команды ГОСТ, тут вообще просто не обойтись. То есть, видите, мы будем тут ходить и ходить, ходить и ходить. Вот что здесь надо? Тут нужна карта. А, карту можно вот здесь вот достать. А, красный ключ, красный ключ. Как я знаю, красный ключик... Сейчас я вам покажу. Ну-ка, давайте посмотрим. Он моется? Серьезно? Где он моется? А, вот пилка. Сосед моется. Да, здесь, ребят, работает, оказывается, вот эта вот ванна. Ну-ка, он уже прибежал? Нет, он все еще бежит. Ну и ладно. Так. Так. Здесь еще один ключ, кстати, был. Непонятно, что за ключ. Нам нужен красненький. Тут, видите, заколочено. Почему-то. А, вот он, красный ключ, видите? Так, что мне выкинуть? Наверное, ружье я выкину, потому что оно не совсем нам нужно. Я не знаю, на самом деле, где мы будем использовать. Да, он опять моется! Ладно, пусть моется. Так, ну и вот, у нас есть ключ. Теперь мы можем открыть этот замочек. Нет? Как? А, я не тот ключ выбираю просто. Сейчас, болт. Странно это как-то. Нет, это не красный ключ, твою мать, это не тот. Да, это совсем не тот, ребят. Это какой-то с сердечком, а нам нужен красный. Хм, интересно.
где найти красный ключ. Вообще капец, просто капец криповое место. Мне кажется, Альфа-3 просто офигенное будет. Так, тут он моется, да, или где он моется? Слушайте, ну я даже не могу найти. Где, где, где? Офигеть. В общем, можно, не знаю. А, ну, ну это карта. Ну, в общем, допустим, мы открыли этот замочек. Я не знаю, честно, где красный ключ. Получили вот ключ-карту. Все, она у нас есть. Теперь можем отколачивать эту фигнюшку. Так. И уже карта не работает. Ну, ну, в общем, понятно все, ребят. Хотя она 100% отсюда. Видите, ключ-карта. Да, но это все доработки, на, точнее, наработки. Вот, что будет, я не знаю, конечно. В третьей, возможно, все вообще перевернут они. Но, в общем, вот такая вот комнатка. Типа такой подвальчик. Не знаю, был ли для вас это как-то секретом, либо что-то вообще другое, либо вы что-то знаете. Но на этом все. Бай-бай, дорогие друзья.